Привет, ребят, всем. Головка блока двигателя ZMZ-406. Человек привез мне, у него автомобиль Волга, не знаю, какая там маркировка у него, 3110 или там какая, я не знаю. Вот, ну, короче, это 406 двигатель, вот, головка. Вот, какие были сделаны доработки, показываю. То есть, сделаны каналы, портинг каналов, впуск-выпуск. Вот. Установлены направляющие втулки. Видно, да, что они латунь. То есть это не чугунные. Также показываю дальше. Вытащу сейчас. Это доработанные клапаны. Вот. В Т-образную форму. Из бушных все переточено. Клапан по ножке я померил, он в хорошем состоянии. Также выхлопной клапан доработан в такую форму. Выхлоп тоже у нас доработанный. Так, дальше что я хотел показать. Будут установлены вот такие тарелки. Верхние тарелки клапанов. Это материал не D16T, это V98T. Вот, более прочнее, чем D16T. Потом, что еще хотел показать. А, сейчас штангель я найду, где он, вот он. Так, меряем седло. Так, что у нас тут получается? Получается у нас 28 миллиметров с небольшим. Это выхлоп. Заводское седло у нас 27 миллиметров. Так, впуск у нас получается, сейчас, 33,5. Я не стал 34 делать, чтобы запас мощности был. То есть не мощности, а прочности. Вот. Заводские размеры, я вам скажу. Седло было 32 миллиметра. На выхлопе было 27 миллиметров. По каналу не помню, не мерил, но значительно он увеличился. Но в районе 31 миллиметра канал был. Канал у нас сейчас стал, сейчас скажу сколько, 33 миллиметра ровно. Вот, то есть седло у нас на 5 десятых больше. Вот, ну я думаю, вот новые пружинки у нас, кстати, еще вот стоят. Так что вот так вот. Я думаю, автомобиль поедет намного лучше. Продувка будет лучше, потому что каналы были в ужасном состоянии, были отвратительные приливы, все косое, кривое. Ну, если кто делал такие головки, он, наверное, знает, представляет, что там и как. То есть сейчас вот что получается. Вот такой вот канал у нас получается. Без всяких ненужных вот этих отливок, приливок. Вот. Вот так вот.